Журавлева. Давайте поприветствуем молодых. Спасибо, что пришли нам в гости. Давайте сегодня молиться, называть Бога. Также давайте благословим наших пасторов. Они сейчас в Сочи. Начинают движение Бога, движение домашней группы и будущей церкви. Давайте вместе помолимся за них и благодарствуем. Господи, силу Бога на них. Дорогой Иисус, мы прямо сейчас молимся за наших пасторов, Иисус. Высвобождаем Твой огонь, Твою силу на них прямо сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем победу в Духе, победу в Духе. Высвобождаем силу Бога, огонь. Прямо сейчас просим Иисус, чтобы все планы, которые у них сейчас есть на Сочи, на город Сочи, чтобы они состоялись. Высвобождаем сверхъестественных служителей, сверхъестественную силу, которая сейчас развивается над городом Сочи, Иисус. Также мы просим Твою охрану, великий Бог. Мы просим Твоей помощи и поддержки во всем, Иисус. Мы ходатайствуем за них, как церковь, Господи, мы держим их в руке. Воздаем Тебе всю хвалу, великий Бог, и мы ждем от Тебя. Мы ждем сегодня реки живой воды на сегодняшнее служение, Иисус. Благословляй нас, Бог, наполняй. Пускай реки Твоей живой воды прямо сейчас текут. Пускай Твоя слава наполняет и очищает нас, Иисус. Благословляем это служение, благословляем это слово, великий Бог. И мы ждем, что семена, которые сегодня будут посажены в наше сердце, они будут посажены, Господь, в мягкую почву. Узнаем, Иисус, что то, что Ты вкладываешь сегодня, уста проповедника, оно будет приносить почву в нашу жизнь, оно будет приносить плод. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Бора, Шейра, Кара, Сара, Шей. Бора, Сара, Шейра, Кара, Сара, Шей. Наполняй Дух Святой. Наполняй Дух Святой своей жизнью, своей любовью. Thank you.
Берите и ешьте этот хлеб. Это тело мое. Затем он взял чашу и возблагодарил Бога и дал им, говоря: пейте все, потому что это кровь моя, которая закрепляет новый договор, то есть завет, и которая прольется за многих ради прощения и грехов. Давайте мы сегодня снова возобновим этот завет. Снова возобновим этот завет любви между нами и Отцом, между нами и Иисусом. Кора, Машера, Кора, Масара, Машера. Кора, Масара, Машера. Пусть Бог это таинство откроется нам по-новому каждый раз. Пусть не будет этой традицией, каждая часть не превращается в великий живой Бог. А каждый раз мы будем принимать это по-новому. Каждый раз, когда будет новое отношение к причастию. Каждый раз будет возобновленное отношение с Тобой, Иисус. Я прошу за каждого, кто богат, Бог, кто устал, кому тяжело идти. Пускай через это причастие приходит новая сила, приходит новое вдохновение. Пускай люди, которые сегодня принимают причастие, они по-новому познают Тебя, по-новому познают Тебя как Спасителя. Я прошу Тебя в этом Иисусе. Кобра, Машера, Кара, Сара, Машера. Кобра, Машера, Сара, Машера. Благодарим Тебя, Иисус, за Твою кровь, за Твое тело, за Твою верность, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты стал примером послушания для нас. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя за каждую каплю крови, которая была пролита за нас. За то, что Ты был верным до конца. За то, что Ты шел, Иисус, Ты не оглядывался. Что Ты шел и делал то, что сказал Тебе Иисус. За то, что Ты пошел и сделал то, что сказал Тебе Отец. Спасибо Тебе, наш Господь. Спасибо Тебе. Можете приходить принимать участие. See you.